Через 10 лет площадь свалок в нашей стране будет равна двум азовским морям. Вопрос сортировки мусора пришлось решать на уровне правительства республики. Почему школьники и детсадовцы умеют разделять мусор, а некоторые взрослые не доносят его даже до контейнера? Как ФИФА приучает болельщиков ответственно обращаться с отходами и где пластиковая бутылка становится вторсырьем? Смотрите специальный репортаж «По ту сторону свалки» 28 декабря в 18:30 на канале «Россия-24».